Вам не нужно устанавливать новое приложение. В строке браузера введите prtv.su. Создайте аккаунт. Запомните или запишите его. Данные понадобятся при каждом входе на страницы сервиса. Введите название слайд-шоу. Это изображение будет показано в списке слайд-шоу. Наберите свой адрес. Ниже появится вариант адреса в написании Яндекс Мэпс. Подтвердите его или воспользуйтесь поиском нужного адреса на карте. Интерфейс окна редактирования шоу. Слева общие кнопки для этого слайд-шоу. Выбор информера. У каждого свои настройки. Внизу отображается и редактируется последовательность слайдов. Поле редактирования слайда. Создаем информер. Перемещаем, удерживая левую кнопку мышки. Изменяем размер. Увеличиваем размер шрифта. Выбираем шрифт. Меняем цвет текста. Делаем фон под текстом прозрачным. Поправим границы, удерживая левую кнопку мышки. Снимем выделение элемента. Добавим второй текст. Текст можно скопировать из текстового редактора или браузера. Дублируем выделенный элемент. Заменим текст любым из способов. Вставим изображение в формате PNG с прозрачным каналом. Перемещаем, меняем размер. Посмотрим результат. Перейдем в настройки слайда. Изменим длительность показа слайда в секундах. Продублируем слайд. Меняем цвет фона на серый. Перекрасим все тексты. Дублируем второй слайд. Выбираем фото для фона. Увеличиваем отступы у текстов. Меняем цвет и прозрачность фона текстов. Редактируем цвет заголовка. Снова дублируем слайд. Удаляем тексты. Выбираем элемент видео и заменяем адрес YouTube ролика.